мертвы. Что с камерой-то? Отвернули камеру. Что за фигня? Так, чтобы не ошибиться, нам надо свой сейф убрать. Охота за маршем, да. Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилле, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Берегись, они хуже разбойников. Так. Собственно говоря, вот сюда я и пришел. За этими. За младшим. А что там, я не знаю. У нас какие-то три места есть. И, собственно говоря, там мы какого-то ублюдка-младшего должны найти. Ублюдка-младший, ну, это какой-то бандюга нехороший, неприкольный. Парень из лихих 90-х и все такое. 1690-х годов, так сказать. Да, вот теперь хорошо. Здесь какие-то голые бандиты. Как вот можно так в трусах ходить, я не понимаю, в семье. Ну и что вы скажете, ребята? Знаешь, здорово. Я тебя не знаю и не пропущу. Здорово. И не стой здесь. Почему у меня обмана нет вообще даже второго уровня? Как его развивать? Ну я вот так вот скажу. Я люблю поговорить с привратниками. Мы часто приходим к согласию. Но сегодня у меня терпение на исходе, так что пропустите, или я пройду на арену по вашим трупам. Если не буду пучить. Видал петушка? Он нам угрожать будет. Да ты ж голый, ё-моё. Не пугай, не пугай, обосрёшься. Ну что ж. Слева заходи. Я ещё пару уже успею сейчас. Так, не тот меч. Блин. Вот и все. Разговоров-то. Вот я возьму. И жить не хочется. Может, продам. Бутерброд с ветчиной выглядит как просто ветчина. Взял. Эта херня можно выкидывать. Это шанс тоже выкидывать. А у меня меч-то хороший, ну такой. Нафиг это магическое оружие. Я понял, короче, магия этой херня все. Шейте красные с красным. Ты
ты чё с маской, блин? Очень забавно. Дуреешь. Чё хоть куришь-то? Здесь чё, притон? Нашли ещё один такой же труп. Голова без глаз. Грудь без сердца. Как туда-то пройти? Главное, свитца взять не могу. Успокойся. А ты чё боишься? Зачем в масках ходите? Да ну, конечно. Что-что? Целуй до старости жопу старосты. Сегодня я беру все. Че там за статуя такая интересная. Пришел обкрадывать дом престарелых, не престарелых, а какой-то ночлежку на дне, как у Горького. Короче, здесь лучше не трогать ребят, на них, по-моему, так все плохо. О, они еще, по-моему, и болеют здесь туберкулезом. Так, подожди, я куда-то не туда вышел. Шейки красные с красным. Даже огонь тебя не берет, я смотрю, да? Собака. Надо обыскать эту нору. Фисштех. Что такое фисштех? Блин, зачем я кружку взял? Блин, я фигню какую-то взял, по-моему. Смотри-ка.
Нифига. 113. А это тогда можно выкинуть, получается. Пробитие доспеха. Когда сейчас вызвать отравление, там кровотечение, ну и ладно. Тут мы выкинем. На себе использовал, что я что-то не пойму. Что впустую-то? Вот это другое дело. Фигня. Здесь сколько тут, ребятки? Здесь так. Так, ништяк. Да нет, вот этого ломать. Он самый гад. Том. Да чё ты махаешь-то? Да, блядь. Нет слов. Пора заканчивать. Блин, застрял, как плохо. Где же этот ключ взять? Кто здесь у нас ходит?
куда идти-то? Здесь у нас спуска нет, да? Вроде бы. Здесь какой-то трон. Ну окей, что-то сюда же. Нет, даже отсюда я пришел. Туда. Там вот тупик. Царапан, как будто открывали дверь. За этой стеной должно что-то быть. Да, да. Это Шерлок Холмс просто. Таким образом, мы имеем письмо, которое мы сейчас почитаем. Что за перчатки? Плюс 3. Без магии. У меня слишком много всего. Если что, продадим. Минус 5. Чего их ношу, эти сапоги? Кто не знает? Так, я как письмо там взял. Вот это, наверное. Ублюдку младшему король родовит, недоволен твоими успехами тебе. Было велено избавиться от остальных членов так называемой большой четверки, и все-таки они живые знают, что в покушении замешан ты. Не о том мы договаривались. Укройся на время там, где скажет человек, доставший это письмо, и не вылезай. Король надеется, что взаимная вражда между оставшимися членами большой четверки закончит столь неумело начатое тобой дело. Что там опять пишешь?
Интересно, а Дикстра знает, что младший сговорился с реданцами? Трики, мать его. Все светится. И здесь тоже все светится. Нечего языком трепать. Шайс. В жизни надо рисковать, а то все просрешь. Ну скажи, где здесь бинтованный цирюльник, а? Вперед, плотва! Ну что, никто в степь, да, скачал? Я ветеран! Только у меня! Подайте кровь! Акция! Один товар по цене двух! Будет с тобой вечный огонь. Эй! Пошла! Я не могу заехать на лошадь. Это само ужас! Но! Что личные гигиены? Ну, все, все, все. Почему у вас такие странные глаза? Как он интересно увидел мои глаза? Да я скакал на коне. Сколько от него метров? И жить не хочется. За донос наказан. Тебе чего? Куда? Чуроди. Шевелись, плотва. Ну что-то не можешь перепрыгнуть. Мой пап? Веди себя прилично, ведьмак. Да, я очень прилично мало, между прочим. Пижоны здесь ходят. Вот они так быстро. Так, а что здесь за серая точка? Шевелись, плотва. Как тут дела? Типа задание. Цирюльник! Цирюльник, да! Да езжай, твою ж медь! Отдохни. Ладно, пешком пойду. Мой живот. Вечный огонь. Простите, цирюльник, где здесь? Блин, а вот что, дом еще нет? Вот он. Знаешь, да. Чем пахнет Новиград? Я нашел тебя. Мое почтение, сударь. Ножи, бритвы, все наиострейшее, едва поточил. Мне бы подстричься. Как думаешь, справишься? Да ты чё? Все наиострейшее. Побриться, чувак, побриться. Тоже, конечно, не айс, но немножко обрастет, будет нормально. Сейчас, конечно, голый какой-то. Смешной. Ладно. Так, вроде нормально. Бывай. Не, ну теперь надо немножко обрасти. Ну ладно, хоть нашел цирюльника.
Менге. Но не знаешь, так скоро узнаешь. Да там шел. Да ты плакал. Как же я волновалась. Когда прессы выпила. Куда? Вечный огонь, как больно. Вечный огонь, как больно. Но! Так, подожди. А вот это вот серое херотень, это что? Кстати, мой опять. Руководитель? Подожди, 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 не туда. Наверное, вот сюда. Снова не торопись. Что за серая точка-то? Закрыто. Ну ладно. Закрыто, так закрыто. Вперед, плотва. Умный клиент сразу поймет, что на этой стороне контура лучшего товара не сыщет. Это что за башня такая? Там стирают одежду. Там колокол. Сил нет. Вот, о, блин, хрен подойдет. Знаешь, чем пахнет на ведрах? Зажженным мясом. Что здесь и не был? Как здесь красиво-то. Дорого ли продали? Интересная постройка такая. Давай! Не прикасайся ко мне! Эй, ты чего? Дайте пройти и все. Собственно говоря, на этом мы разойдемся. Быстро. Ух ты, Европа, ёшкин кот. Только у меня постанет. А когда? Какие живописные местечки-то здесь, а? Охренеть, а я здесь и не езжал, как говорится. Даже какой-то пеликан здесь. Асфальт клюет. И что мне теперь делать? Не торопись. Взял сквозь лошадь, прошел собака. Блин, как красиво игра сделана. Я до сих пор не перестаю играть. Что здесь за краснолюды такие? Как ты хотел рассказать слуги? Ну конечно, сука. Кто лишил? Сейчас буду краснолюдов мочить, а все это. Дороги ведут к говнюка. Я ошибка занят. Тесак велел искать тщательно. Вот мы и ищем. Потом надо будет падать сжечь, не то крысы сбегутся. Здесь нет ничего интересного. Нихера себе, труп посреди комнаты сидит. Какая-то книга, блин, краснолюды, ничего интересного. А заколотый чувак. Вообще ничего не интересного, нихера нет просто. А как бы так нанять ведьмака, долги выбивать? Здорово. А, здорово. Ты знакомый Ройвена. Я о тебе слышал. Чего они так любят свою рожу закрывать, дурацкие, блин, краснолюдские?
Ты здесь командуешь? А ты кто? Ведьмак в пальто кто-кто. Я ищу младшего. А, тогда добро пожаловать в клуб искателей ублюдка. Только членских карт мы не выдаем. А еще ублюдка младшего тут нет. Есть мысли, где он может быть? Нет. Так он хороший? Ничего себе замес. Как уж вышло. Мы пришли культурно пригласить ублюдка-младшего на встречу с друзьями. Ха, с прискорбием сообщаю, что о священных законах гостеприимства тут не слышали. Я тут немного осмотрюсь. Я с тебя глаз не спущу. Бритвы! Они у тебя есть? Тот звук меня всегда добил. Что-то они здесь порубали нормально, так я смотрю. Честно, книги такого не было, чтобы он ходил, все свечки зажигал по дороге. Тормоза-то. Не понял. Почему тормозит? Это у меня так тормозит, или? Бьюсь об заклад, я тебе уже где-то слышал, белоголовый. Или у всех тормозит. Эти краснолюды поработали лучше сборщиков долгов. Все вынесли. Это еще чё? Малиновый сок, малиновый сок. Тут все вычищено. Чё вычищено-то? Это вообще такое за полотно для значков. Краснолюд. Я буду плохо отзываться о ваших женщинах и дочерях. Что мне с ними делать, с этими камнями вашими? У меня есть меч без камней. Он рубит славно. Ему не нужна никакая магия. Посмотрим, в верхней бочке что-нибудь есть. Да, спирт. А в шахте ведь как на войне. Оставь меня в покое. Ты не видишь, что я, сука, занят? Опять игни. Везде шкуры медведя, игни. Эй!
залипал его какой-то прям. Работу, блин. Время уже ко сну. Так, я здесь я смотрел, да, я смотрел. А, все, короче, здесь больше нечего искать. Их скоро Fallout выйдет, она уже вышла, даже не знаю, по-моему, даже там что-то в ноябре должно быть. Надо успеть пройти Ведьмака и за Fallout взяться. Трудно тебе тут будет с работой. Дождик. Спящая красавица. Славный спящая красавица. Все ты дороги ведут в Махакам. Да зачем этот чувак надел пирог на голову? Лишил девственности Белоснежку. Краснолюды. Краснежка. Лишил девственности краснолюды, оказывается. Я думал, Белоснежка девственница. Блин, плотва. Опять застряла. Дура. Давайте сюда. Я тебя не трогал, ты сам пристал ко мне. Как же здесь клёво, а? Гади, плотва. Такой европейский городишко. Давай, плотва. Прям вообще опасно здесь просто. Жить хочу здесь. Купить себе дом. Реально, здесь бы жить бы стал. Но. Слушай, а где я вообще, а? Что это за место такое? Да, так это я. А, я оттуда прискакал. Вот отсюда я прискакал. Да ладно, серьезно? Это вот это вот такое живописное местечко. Подожди, а как я очутился там, я что-то не понял. Отсюда я заехал разве? То есть я здесь где-то был. На этом материке вот это. Потом проехала отсюда сюда, что ли? Да ладно. Чё-то я не поняла. Что-то я не поняла. Интересно. Шевелись, плотва. Ну, все, все, все. А, ну, видимо, да. А, по-моему, да, здесь я приезжал. Но! Там клёво, конечно. Хорошо, что дождь прошел. После дождя дышится легче. Дождь еще не прошел вообще. А, приветствую. Это... Вы по какому делу? Он уже запел хорошо, да? Типа уже со мной на вы. Я договорился с Розой об уроке фехтования. Геральт из Ривии, правильно? Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту. Просила, чтобы вы к ней присоединились. Интересный, чувствую, будет урок. Спасибо. Ну, что там, да? Убирайся отсюда! Покуда я командую стражей, таким как ты сюда входа нет. Нормально, со мной зашел на вы, теперь уже на ты. Определился, боже. Ну, пошла. Вот.
прыгай. Плотва. Давай, давай. А, дура. Давай, плотва. Нетренированная лошадь. Спокойно. Придержи. Это погода вызывает. Всех я что-то сшибаю. Вперед, плотва. Это просто какой-то плотвец. Это пивнушка подпольная. И жить не хочется. Не, жить хочется, кстати. Ты такой еще, кстати, цирюльник. Смотри, мне. Когда надо, их нету. Когда не надо, они есть. Что, ребят, не хотите как фехтовать? Тебе чего? Что еще за можно? Мы же бандиты, я знаю. Отъявись. Пошел ты сам. Здесь таким, как ты, не место. Место, место. Чего тебе тут надо? Того же, что и всем. Поиграть, повеселиться. Вход только по приглашениям. Фига себе. Нет у меня обмана. Я сегодня злой. Мне нужно туда пройти, и вы меня лучше пропустите. А если не пропустим, тогда что? Тогда я вас убью. Слышал? Слышал? Он нам угрожал и хватался за оружие. Ну, пляши, сукин сын. Я не хватался. Пора заканчивать. Смотри, вообще без единой потери. Клёво я. Сейчас будет бойня, да? Что здесь все? Бритвой махался, что ли? Вот это не нужно. Так, попортил я свой меч-то. А где бармен? Чё я взял?
Знаешь? Текущий месяц расхода 38 750. Ни хрена у них расходы. Прислуги, блин. У меня столько денег даже нет. Вот он крафта набухал на 1200. У меня вообще сколько? У меня 2394. Я не такой уж и богатый. Он граф бухает неплохо. Финес вообще на 5148. Последнее предупреждение. Да, некоторые бухают по-крупному, я скажу вам. Хожусь, стерусь с пантомимами какими-то. Блин, бомба, дорогая вещь. Что там сейчас за список должников? Опять? Гринхаус, Рико. И не знаю таких я. Смерти. Эй, ты слышишь меня? Краснолюб, что ли? Какой-то Бен Питер Пен. Добивай. И в мыслях не было. Ты кто? Я слышал крики внизу. Уже все в порядке. Ты мне поможешь? Ты кто? Как тебя зовут? Рико. Рико Майерсдорф. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот.
Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлам. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Беги. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Культурный гопник, короче. Типа того. Культуризованный. Все красные, все трупы. Всех вальнули. Что-то с погодой сегодня. Че с тобой? Какой-то барыга. Слушай, барыга, ты что? Чё ж ты в трусах-то, блин, семейных? Приветствую. Что дашь в залог? И сколько нужно взаймы? Здорово. А с чего ты взял, что мне нужно взаймы? Так ведь каждому нужно. А тебе-то точно деньги ляжку не жгут. Да я пока не жалуюсь. Тогда, может, посмотришь мои диковинки на продажу? Давай. Ростовщиком давно работаешь? Еще бы! Начинал вот таким мальчонкой. Помогал отцу и принял после него контору. Не, отец принес меня сюда. Оставил под заклад, но так и не забрал. Покажи, что у тебя есть на продажу. Он ни хрена нет. Деньги есть, кстати. Уже хорошо. Че, он хочет 55 монет изменить свою жизнь? Уловки маркетинга. Но-но. Вот я тебе могу многое продать за твои гроши. Например, вот это. Хочешь? Серебряный меч. Вот это возьми. Вот это возьми. Вот херню, что я таскаю? Просто таскаю. Типа прикольно. О. Можно немножко продать, например. Три. Две получилось. Ну ладно. Ну и все вроде. Этот меч жалко продать, он крутой. Плюс 36. А серебряный-то там... Ну, у меня сколько? Ну, он со всякой магией, всякой херней. А, кстати. Ну, я продам. Вот этот продам. А что, он вообще валяется здесь? Херня какая-то. Все. Будь здоров. Не кашляй. Thank you.
Чародейки, мутанты, богохульники, кобальды. Вот ведь! Само твое присутствие оскорбляет вечный огонь. Как я и поверил. Но! Вечный, привечный огонь. Чтобы хоть дети голодными не ходили. Ох, и намокся я за свою жизнь. Что, седой, приключения ищешь? Он порой. Здорово, Костя. Я слушаю. Чего надо? Не жарко в такой куртке-то? Жарковато, не спорю. Есть девчата, ну, которых я туда снимал. Столица мира. И то, что у меня тогда пропало. Значит, здесь мужики одни. Пора переменить оружие. Мы уже зависим от черных. Экономически. Желаю счастья. Тебе пригодится. Думаешь? Блин, а где те пышки вообще? Нету. И сигнал в полотенце. Ну что за несправедливость? Не бывает такого. Ну какого хрена она залезла в полотенце в воду? Ну бред. Знаете, еще ладно, типа там сидят прилично. Хамьё по всему. Смердит палёным мясом. Почему они не жгут эти костры за стенами? Вот это уже ближе к истине. Я помню тебя, дева. Как там идут дела? У вас было много таких. Сочная, правда, женщина? А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Зернышко по зернышку, полная мера наберется. Ох, пирожок. Ой, проголодалась я. Проголодался. Пирожочек ты мой. Пардон. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Вилли сотрудничает с Родовидом. Если это верные сведения, у ублюдка больше неприятностей, чем ему кажется. Ты имеешь что-то против Редани? Мои симпатии не играют здесь никакой роли. Ублюдок нарушил договор. И это измена. Неважно, с кем он снюхался. Мне нужен кто-то, кто проведет меня к младшему. У тебя же есть старые связи в Редании? Нет, а вот у тебя есть. Поясни. Темерец. Бывший командир славных синих полос. Смекаешь? Вернон Роше. Он затаился вместе со своими людьми в лагере у Оксенфурта. Загляни к нему, он хоть порадуется.
Блин, задание, сплошные задания. Черт, закрыл то, что надо было, твою мать. Ну и чё? Черт, блин. Интересно, разместил. Все, тогда.